Молодежь офигенная сейчас. Они не хотят работать, они все хотят быть тиктокерами и влогерами, но они такие свободные на самом деле, они не замороченные, они не думают об этих гендерных стереотипах. Им все равно, на каблуках ты или нет, им все равно, ну им просто все равно, они просто кайфуют. Они вообще в каком-то супер хорошем, в хорошем смысле слова, релаксе. И я смотрю на них, думаю, блин, вот такие офигенные,